Донецк попытается помочь антимайдановцам, которые проходят обвиняемыми по делу о трагедии 2 мая в Одессе. Там, напомню, судят только активистов организации «Куликово поле», товарищи которых, собственно, и стали жертвами пожара и бойни в Доме профсоюзов. Сегодня в ДНР сообщили, что 10 фигурантов включили в список пленных, которых хотят обменять на силовиков. Переговоры о новом раунде с Киевом уже начали. Сделали это по просьбе адвоката. Подсудимых он заявил, что других шансов выйти на свободу у его подзащитных просто нет. О том, что это не просто юридическая уловка, а может говорить тот факт, что месяц назад от участия в заседаниях отказалась большая часть потерпевших, родственники, тех, кто погиб или был ранен. Они прислали письменное заявление, в котором пояснили, что на правосудие не рассчитывают и истинных виновников на скамье подсудимых не видят. Сейчас обвинение предъявлено двум десяткам антимайдановцев, половина из них содержится в СИЗО. Радикалов и сторонников запрещенного в России правого сектора, которые отчетливо видны на многочисленных видеосъемках, среди задержанных не было и нет. Напомню, после бойни со стрельбой и пожаре в Доме профсоюзов в мае прошлого года погибли 48 человек и более 200 пострадали.